Привіт! Сьогодні ти дізнаєшся, на що звертати увагу, обираючи оправу для своїх окулярів. Побуваєш в кабінеті у косметолога і побачиш, як проходить сеанс антицелюлітної програми за ELOS-технологією. Далі будуть квіти, ти зможеш ближче познайомитися з тещиним язиком, а на десерт тобі вже приготовані зоряні поради. У фрази «главное, чтобы костюмчик сидел» крила виросли, мабуть, одразу ж, як вона злетіла з язика кіношного чародія. Її стали застосовувати по відношенню до будь-чого, щоб мало гармонійно поєднуватися. Сьогодні ми будемо вчитися правильно обирати оправу для окулярів. Звичайно, консультанти в салонах-оптиках можуть нам в цьому допомогти, але ж не слід відкидати і людський фактор. Консультант може бути ще новачком або навпаки дуже тертим і з великим бажанням продати нам щось дороге і неходове. Для того, щоб окуляри сиділи на нашому носі і нам обом було зручно, запам'ятовуємо основні правила вибору. Можливо, кохти. Хочется дать несколько советов для того, чтобы заказанные вами очки в салоне оптика приносили вам комфорт, удовольствие и полное удовлетворение. Первое, что вы видите на витрине, это, конечно же, сами оправы. То есть внешний вид, форма, вы определяетесь с формой. Следующее, на что нужно обратить внимание, это материал, из которого изготовлены оправы. Это либо пластик, либо металл, либо безоправные оправочки. Если вы склонны к аллергии, лучше всего выбрать пластиковую оправу. На данный момент все полимеры, поликарбонаты, их состав не аллергичен. Поэтому, пожалуйста, используйте пластиковые оправы, так как на большинство металлических покрытий, кроме позолоты, может возникать аллергия. Следующее, на что следует обратить внимание, это чувствительность вашей переносицы. Если ваша переносица очень чувствительна, выбирайте глубокую посадку оправы, чтобы пластиковая либо металлическая оправа сидела глубоко, очень близко к глазкам. Иначе чувствительные точечки на вашей переносице будут реагировать на надавливание оправы, особенно если у вас большие диоптрии. Следующее, что хочется подчеркнуть, это форма оправы. В идеале форма оправочки, верхняя ее бровка, должна подчеркивать форму ваших бровей. И следующее, это посадка оправы. То есть вы надели, посмотрели на себя в зеркало, форма вас устраивает. Оправочка должна сидеть глубоко. Если высокая переносица, выбираем окуль более округлый и покрупнее. Если же низенькая переносица, выбираем оправочку с узким мысиком. Ширина мысика всегда указывается на заушничке циферками. И продавец-консультант в любом случае вам всегда поможет, подскажет. Следующее, что хочется подчеркнуть, это длина заушничка и посадка оправы. Консультант может сказать, что если оправа неудобно сидит, ее всегда можно поправить. Не верьте, оправа должна сидеть изначально очень удобно. Единственное, что если длина заушничка немножко длинновата, его можно подогнуть. Если же заушник короткий, с ним уже сделать ничего невозможно. Еще хочется сказать, что если оправочку вы выбираете оправу безоправную, то есть без окуля, заушничек и мысик крепится к самой линзочке. Будьте готовы к тому, что вам придется подкручивать винтики регулярно. Это свойство таких оправ винтовых. Если же вы выбираете оправу для ежедневного пользования, старайтесь избегать большого количества украшений. Много камешков, жемчужин для работы в офисе, либо для повседневной носки. Это не очень
некрасиво, не очень корректно. Обращайте внимание на цвет оправы. Цвет оправочки должен гармонировать с вашим цветотипом. То есть, если вы блондинка, то вам подходят больше кремовые, шоколадные оттеночки оправ, либо, если это в металле, то золото. Если вы брюнетка, либо рыженькая, вам можно использовать практически любые оттеночки оправы, от черного до белого оттенка оправы, включая красные и все остальные оттенки, какие вам нравятся. В зимнее время оправочки лучше выбирать нейтральных оттенков, чтобы они гармонировали с верхней одеждой. То есть вы ходите в теплой одежде, в головных уборах. Если оправа какого-то яркого цвета, она может не всегда гармонировать с вашей верхней одеждой. Если же у вас не одни очки, а вы выбираете оправочку под каждый наряд, пожалуйста, экспериментируйте. Місія програми «Косметичка» – чинити спротив у запеклій боротьбі з поганцем целюлітом. Мені неприємно про нього навіть говорити, не те, що побачити на собі. Саме цей страх змушує мене знову і знову повторювати. Проти целюліту є рівновелика сила – апарат «Веласмус». Зараз ми з тобою будемо свідками поєдинку, в якому, одразу скажу, переможе озброєний новою технологією косметолог клініки «Oxford Medical». Апельсинова шкірка, яка вкриває прекрасні стегна і сідниці – ось джерело поганого настрою для багатьох шанувальниць бікіні. Якщо ви страждаєте від ефекту апельсинової шкірки, знайте, що ви не самотні. Цій напасті піддається приблизно 90% жіночого населення планети. Більше того, целюліт не розуміє, кого вразити – товстунку чи модель, спадкоємицю багатомільйонної імперії або дівчину з багатодітної родини. Від цього лиха не захищені навіть знаменитості. Что женщины только не делают для того, чтобы избавиться от ненужных ямочек, от дряблости кожи и обертывания, которые применяются с помощью водорослей, шоколада, клюквенных добавок, различные белковые коктейли. Все только для того, чтобы кожа выглядела достаточно подтянутой и упругой. Эластехнология и аппарат Веласмус поможет вам избавиться от целлюлита, подтянуть кожу, избавиться от ненужных ямочек всего за 10 сеансов. Для того, чтобы прийти и пройти эти процедуры, необходимо обратиться в клинику за консультацией к специалисту. Целлюлит – всего-навсего відкладення звичайного жиру, однак із віком волокна, що з'єднують шкіру з м'язами, скорочуються і товстішають, внаслідок чого під шкірою вгадуються дрібні шматочки. Багатомільярдна індустрія краси скористалася цією поширеною проблемою. У будь-якому косметичному магазині, у будь-якому куточку світу ви неодмінно знайдете антицелюлітний засіб – лосьйон, крем або навіть пігулки. Однак існує справді ефективний радикальний спосіб зняти з себе ненависні нерівності шкіри. Це антицелюлітна програма, презентована ELOS-технологією. Для того, чтобы избавиться от данной проблемы, мы прибегаем к технологии ELOS – аппарат Веласмус, который поможет нам избавиться от данной проблемы. В одной насадочке сочетается несколько видов воздействия. Инфракрасный свет нужен для того, чтобы изначально прогреть поверхность кожи, потому что раньше существовали методики, с помощью которых можно было делать вакуумные массажи, баночные, роликовые массажи. Но, к сожалению, из-за того, что кожа предварительно не прогревалась, мы получали множественные синяки, перерастянутую кожу, ничего больше. Благодаря тому, что мы уже можем воспользоваться данным видом технологии, здесь предусмотрена таким образом процедура, что предварительно идет прогрев, что позволяет проникнуть более глубоко в жировую ткань и воздействовать на очень глубоком уровне. Перед тим, як почати роботу з пацієнтом, спеціаліст оцінює стан шкіри. Наскільки ретельно слід обробити вакуумом, роликами та інфрачервоним випромінюванням уражені целюлітом ділянки. Вже після першого сеансу активного впливу апарату Веласмус ви втрачаєте об'єм на талії і стегнах до 2 см. Для впевненості можна зробити заміри до і після процедури.
Для того, щоб результат був стійким і тривалим, потрібний курс антицелюлітної програми від 10 до 15 сеансів. Процедури бажано проходити двічі-тричі на тиждень. Данную процедуру мы проводим в любое время года, независимо от солнца, независимо от морозов, потому что ни в коем случае не идет повреждение целостности покрова. За счет того, что как бы активно проводится лимфодренаж, мы имеем очень хорошие результаты после процедуры в виде испарения над кожей. То есть как женщина работает или мужчина в спортзале и видит испарение на коже, точно так же и после процедуры. Единственной отличительной особенностью является то, что вы просто лежите и комфортно воспринимаете данную процедуру. Але лишається ще одна проблема. Адже кожна людина знає, що швидка втрата об'ємів веде за собою неестетичне обвисання шкіри. І люди, котрі за короткий час худнули, часто виглядають гірше, ніж були до того. То що ж робити з розтягненою під колишні об'єми шкірою? З допомогою даної процедури можна досягти не тільки уменьшення в об'ємі, але й дуже значительне підтягування кожи. Опять-таки тільки за счет того, що сочетається кілька видів енергії і йде робота вакууму і роликів одновременно непосредственно по кожі. Обращаясь в клинику, ваш врач-косметолог, оценивая ваше состояние, назначит вам точный курс процедур и интервал между ними. А можно прибегать к инъекционным методикам, которые очень хорошо сочетаются с данным видом массажа, потому что в комплексе мы достигаем еще больших результатов. Сьогодні кожна жінка може розраховувати на наявність у неї рівної, пружної і шовковистої шкіри. Косметологи-фахівці клініки Oxford Medical знають антицелюлітний рецепт. Тепер його знаєте і ви. Одного разу в квітковому магазині я стала свідком цікавої розмови. Одна жінка мудрих літ радила засмученій молодиці купити рослину у горщику, яка начебто в змозі зробити атмосферу в домі спокійною і радісною. Вона говорила, що сварки і непорозуміння поряд з цією рослиною не виникатимуть ніколи. Коли ж я подивилася на цю квітку миротворця, то побачила всім знайомий тещин язик. Звичайно, у присутності тещі жоден зять не насмілиться ображати свою дружину. Отже, тещин язик і цікаве про нього далі. Сансевьерія. Очень красивое, необычное и самобытное растение. У него очень много названий. В народе его называют и тещин язык, и щучий хвост, и леопардовая лилия, и индийский меч. А в Германии ее называют африканской коноплей, так как в древности люди вручную возделывали это растение, добывая волокна из него. Сансевьерия – это вечно зеленое, бесствольное растение с мечевидной формой листьев. Названа она в честь неаполитанского князя фон Сансевьерио, который изучал естественные науки и всячески способствовал их развитию. В природе насчитывается около 70 видов этого растения, где они произрастают в тропических районах Африки и Азии. Существуют высокорослые формы Сансевьерии и низкорослые. Например, высокорослая трехполосная лорана и низкорослая Голден Гавайи. Эти растения, высокорослые, например, хорошо смотрятся как акцентное растение на полу, в катках или в широких вазонах. Низкорослые формы хорошо подходят для декорирования штамбовых растений, например, фикуса или пальмы. Сансевьерия – уж очень неприхотливое комнатное растение. Она прекрасно растет и на солнце, и в тени. Она переносит сквозняки и сухой воздух, не требует частого пересаживания. Также она может даже обходиться и без солнечного света. При этом вы можете использовать лампы дневного света не менее 15-16 часов в сутки. Сансевьерия также переносит и отсутствие полива. Главное для нее – это не переувлажнить. Например, если у вас большое взрослое растение, то в зимний холодный период можно его поливать даже один раз в месяц. Единственное, для поддержания красивого и ухоженного вида листьев ее можно протирать тряпочкой и периодически устраивать теплый душ. И не откажется она также от подкормок, как листовых, так и при поливе. Листовыми можно пользоваться дважды в месяц. Это обеспечит и красоту, и ухоженность, и здоровье растению.
Если вы хотите, чтобы ваша сансевьерия стала красавицей, ставьте ее на светлом месте. Она будет более пестрой, насыщенной и здоровой. Пересаживайте ее по необходимости, только тогда, когда корневая система полностью заполнит горшок. Лучше для нее низкие и широкие вазоны, так как она по своей природе кустится и растет в ширину. Также она не требовательна к почве. Она прекрасно будет расти в универсальной почве с кокосовым волокном. Она размножается как делением куста, так и черенками листовыми. Для этого вы используете большой лист, режете его на несколько кусочков, примерно 5-10 сантиметров, и сажаете под наклоном в почву, состоящую в основном из песка. Через какое-то время она укореняется и дает новые листья и корневую систему. Но для ускорения этого процесса вы можете также воспользоваться и гетероксином. Наверное, всем известно, насколько это выносливое растение, но не все знают, насколько она полезна. Специалисты, изучающие влияние комнатных растений на человека, утверждают, что у сансевьерии очень выражена способность к выживанию. И эту энергетику она отдает хозяевам своим, повышая у человека адаптационные возможности и устойчивость к простудным, вирусным и прочим заболеваниям. Также она поможет противостоять стрессам и различным неблагоприятным ситуациям. Еще сансевьерия очень хорошо помогает улучшить экологическую обстановку в помещении. Поставьте дома 2-3 средних растения, и она прекрасно справится с патогенными микроорганизмами. Также она очень эффективно поглощает и нейтрализует электромагнитное излучение и от телевизора, и от компьютера. Сансевьерия увеличивает силу духа, волю, мужество, храбрость, настойчивость, способность к лидерству и карьерному росту, и также мужскую потенцию она увеличивает. Она станет помощником в достижении целей, подарив своему хозяину терпение, готовность преодолевать трудности и настойчивость. Еще она прекрасно справляется с завистниками, врагами различными и недоброжелателями. Она хорошо нейтрализует грубость, зависть, злость, превращая эти негативные эмоции в дружелюбие и желание общаться. По фэншуй сансевьерия способствует развитию рациональности, воплощению творческих идей. Способствует она развитию и красноречия, а также помогает воплощать желаемое в жизнь и приобретать практические знания. Заведите сансевьерию, она непременно станет для вас бескорыстным помощником, надежным защитником и благородным вдохновителем. В останніх кількох програмах ми давали інформацію про те, як підсилити дію впливових планет на нас, якщо ті знаходяться у не досить вигідному положенні. Сьогодні на черзі Марс. Ця планета з давніх давин хвилювала уяву людей. Через свій багряно-червоний ореол він зазнав слави шаленої планети. Марс назвали на честь давньоримського бога війни, чиє ім'я означає «яскравий, палаючий». Якщо у твоєму гороскопі ця планета сильна, то серед твоїх рис є наполегливість, заповзятливість. Ти не любиш виконувати чужі накази, маєш величезну енергію та міцне здоров'я. Іноді надмірна енергія Марса може зробити з тебе конфліктну та запальну людину. Якщо ж це все не про тебе, спробуй задобрити свій Марс. Марс – это наша энергия и уверенность в себе. Главными признаками слабого Марса – это недостаток жизненной энергии, неуверенность в себе и склонность подчиняться чужой воле. Люди со слабым Марсом – легкая добыча различных манипуляторов, а в тяжелых гороскопах могут быть жертвами жестокого обращения и даже физического насилия. На физическом уровне признаки слабого Марса выражаются через низкий иммунитет, плохой аппетит, проблемы с пищеварением,
пищеварительной системой, с печенью. У них низкое содержание гемоглобина в крови. Такие люди имеют слабые мышцы, склонны к травмам, кровотечениям. У мужчин наблюдается недостаток сексуальной энергии, мотивации к деятельности. А женщины могут страдать из-за супруга, если у них очень слабый Марс. Если вы обнаружили у себя признаки слабой марсианской энергии, вам можно усиливать энергию Марса, так как в этом случае она будет позитивной, а не разрушительной. Итак, энергию Марса увеличивают темно-красные непрозрачные цвета, а уменьшают влияние Марса ношение синего, зеленого и желтых тонов. Если, например, человеку нравится носить цвета хаки, любую камуфляжную одежду, скорее всего, в его гороскопе Марс сильный. Марсианскую энергию стимулирует корица, шафран, куркума, красный и черный перец, а также женьшень и астрагал. А вот хорошо успокаивает чрезмерную энергию Марса алоэ. Укреплению Марса способствует на более низком уровне занятия боевыми искусствами и физическими упражнениями, на более высоком занятия йогой. С Марсом связана южная часть нашего жилища, поэтому там должен быть идеальный порядок, а также приветствуется использовать в интерьере красные цвета. Мужчины могут увеличить энергию Марса, соблюдая пост по вторникам, а также древние тексты рекомендуют развивать в себе ахимсу, то есть принцип ненасилия. Все эти практики увеличивают уверенность в себе, смелость, сексуальность, логику, организаторские способности и лидерские качества. Я бажаю тобі щодня ставати на краплинку кращою. Працюй над собою, адже усвідомлення своєї недосконалості наближає нас до досконалості. Це сказав Гете, а я прощаюся з тобою на тиждень. Бувай!